Стройка – это крупный работодатель. Самая главная помощь со стороны государства – это не мешать. Ми в нашій країні будуємо там дуже мало. А це погано, тому що у самобудівельній галузі найвищий мультиплікаційний ефект. Він складає більше, ніж 6, тобто кожна гривня, яка вкладається в будівництво, вона додатково із суміжних галузей економіки приносить ще 6. То есть застройщик декларирует, что начинает строительство, и после этого периодически осуществляется контроль над тем, насколько он выполняет сам же свой проект. То есть насколько он соблюдает все строительные нормы. Что хочет забудовник, и мы это точно понимаем. Они хотят зрозумілих правил работы на рынке. Строительная сфера. Здесь есть все. Экономика, право, бизнес, международка, социалка. Сегодня у нас интересная программа. И для этой программы работодатель знает, мы пригласили представителей и бизнес-кругов, и экспертов, и даже депутата Верховной Рады. Цель проста – объяснить обществу, что происходит в строительной сфере, каковы тенденции и чего ожидать от непростых экономических реалий для субъектов этого рынка. Коллеги, приветствую вас. Добрый день. Спасибо Денису, Андрею, Елене и Игорю за то, что вы нашли время поговорить. Я знаю, не просто собрать вас всех. У Дениса много направлений, связанных с общей ситуацией в экономике, с анализом. Вы представители непростой сферы, сразу скажу, я об этом чуть позже еще больше расскажу, строительной. Ну, Елена, действующий депутат Верховной Рады. Понятно, у всех много загрузок, но наша программа работодатель знает в контексте существующих проблем, не буду говорить каких, но экономических прежде всего. Мне кажется, что строительная отрасль и вообще все, что связано с этой тематикой, оно вызывает много вопросов и у экспертов, и, собственно, у людей, которые заняты в этой сфере. То есть, как дальше решать экономические проблемы. Я понимаю, что здесь много политики, много даже каких-то коррупционных составляющих, но, тем не менее, после того, как мы сняли наше видео по Укрспирту, все смеялись, почему Укрспирт, но эта тема стала актуальной из-за событий. Много начало людей писать в Ютубе, в Фейсбуке с просьбой снять нечто подобное по строительной сфере. И я записал небольшой блог с коллегой-адвокатом, который крайне жестко раскритиковал всю реформу строительную, но с Денисом переговорил, мы решили попытаться и позитивы найти в том, что сейчас происходит, если это можно сделать. Денис, я вам передаю первое слово. Можно ли найти позитивные какие-то реформы в контексте строительной сферы? Потому что я когда еще занимался адвокатской деятельностью активно, много лет назад, все, что связано с словом ГАСП, все, что связано с разрешительной инспекцией, вызывало всегда ассоциацию с коррупцией. Но вместе с тем я понимаю, что реформы нужны бизнесу, потому что по-другому не будет эта сфера развиваться. Спасибо, Андрей, что пригласили нас сегодня. Дело в том, что строительная сфера – это та сфера, которая создает рабочие места как непосредственно в этой сфере, так и дальше по цепочке. Это производство строительных материалов, это различные услуги, это проектирование и так далее. И, соответственно, стройка – это крупный работодатель, и вот эти рабочие места, которые важны были и ранее, сейчас период экономического спада серьезного, они начинают еще более важными становиться для людей, особенно для тех людей еще, которые возвращаются с Европы. Опять же, мы пытаемся каким-то образом, чтобы они нашли свое место здесь, в украинской экономике. И поэтому строительная сфера в Украине, она во многом может будет показательным. Удастся ли действительно что-то сделать хорошее, не сделать такое сильное падение, как сейчас прогнозируется? Это общая тенденция в мире, потому что я был в Нью-Йорке вот в марте, до этого был в Китае. Во многих странах там я не вижу кризиса строительства. В Китае бум идет стройки. Ну, вы знаете, если говорить о Америке, например, экономика наводняется деньгами, там нету такого кризиса, как ожидается, я думаю, у нас. Но наибольшая проблема, я думаю, сейчас в этот период, что, например, в том же США к этому кризису готовились. Понимали, что он будет не от какой-то болезни, так он будет от экономических изменений и так далее. И нарабатывались модели, каким образом стимулировать экономику в такие периоды. К сожалению, у нас больше все-таки говорилось, что у нас все хорошо, все будет, никто не ждал этого кризиса. Непонятно. Немножко воспринимали как сумасшедших те, кто говорил, что вот же скоро настанет. И когда оно настало, у нас не было выработано каких-то решений, что нужно делать сразу же. То есть даже если бы мы вдруг захотели наводнить экономику деньгами, то это бы месяца два мы только к этому готовились.
А еще и к тому, что у нас, во-первых, не выработано, что делать, во-вторых, нету средств, то действительно очень трудно эту отрасль каким-то образом поднять. И я думаю, что единственный это вариант, как здесь начать работать, это сделать максимальную дерегуляцию рынка таким образом, чтобы все можно было делать легко, но в то же время и безопасно, потому что строительство это и безопасность тоже. Ну, в подходе с общеэкономических таких аспектов, хотя, конечно, тут сложно не согласиться. Игорь, вы непосредственно в сфере строительной, я видел ваши блоги, не сомневаюсь в глубине знаний. Но если брать вот реалии современной экономики, насколько у нас здесь реформы нужны, или можно ли вообще их проводить конструктивно? Смотря что реформировать. Реформировать рынок, реформировать экономику. Самое главное, помощь со стороны государства – это не мешать. Угу. Рынку, если не мешать, то он будет развиваться самостоятельно, он будет давать, сам будет находить пути решения своих проблем, конкуренция будет выдавливать с рынка некачественный продукт, некомпетентных, непрофессиональных исполнителей и компании, а также тех, кто не может управлять своим капиталом, капиталом внутри компании. Это будет происходить исключительно за счет конкуренции и за счет выбора самого потребителя. Здесь точно не нужно государство. Единственное, в чем необходимо государство, так как что такое development? Development – это одновременный союз многих участников. Это не только я или там кто-то из вас, да, строитель, я захотел строить. Да? Если бы это был необитаемый остров, то не нужен был бы и регулятор, которому нужно было бы здесь что-то регулировать. Так как development – это профессиональная коллаборация одновременно участников местного комьюнити, местного сообщества, гостей города, жителей города, инвесторов, которые будут проживать в этом объекте, а также всех соседей, которые рядом когда-то развивали свои участки, даже 100-200 лет назад, все равно у этих территорий есть и у этих объектов есть какой-то заложенный смысл в эти объекты. И у них есть какие-то заинтересованные стороны, как органы историко-архитектурно-культурного наследия, которые охраняют эти объекты. То есть есть куча, много заинтересованных сторон, целый узел заинтересованных сторон. Естественно, в таком случае необходим регулятор. Регулятор для чего? Что такое стройка? Стройка – это институциональный процесс. То есть мы там, хотим что-то построить на общегородской территории, соответственно, мы должны спросить у кого-то разрешение и понять, каковы местные правила и как местный или государственный орган регулирует наше с вами проявление желания и нашу с вами задачу заработать и сделать городу хорошо одновременно. Вот для этого нужен регулятор. Но регулятор, как в Европе, так и на Западе, везде, в принципе, должен быть прозрачным. Если регулятор не прозрачен, если правила непонятны, правила не написаны или тебе все время нужно как-то лавировать между какими-то нормами ДБН, между какими-то документами, которые где-то скрыты, не на поверхности, не оцифрованы, не онлайн. Вот здесь и нужна помощь государства. А как вы считаете, а зависит ли успех развития строительной сферы от политической системы и стабильности, и вообще, может, даже того же режима? Потому что в Беларуси стройка идет, в Китае стройка идет, в Азии стройка идет, хотя там не всегда демократическая, но, условно говоря, система западная. Или все-таки акцент здесь на экономику нужно делать? Потому что ну, не всегда, Советский Союз, помните, политический режим тоталитарный, но хрущевки строились, условно говоря. Я понимаю, это некорректное сравнение, но тем не менее, насколько тут политическая стабильность важна, и вообще вот сравнивать с западными моделями, мы можем вот развивать строительство в нынешних реалиях наших? Хорошо, что вы привели в пример Советский Союз. В Советском Союзе все было просто и линейно. Почему? Потому что один девелопер – это государство. Девелопер был один – это государство. Вот аналогия. И один регулятор, но регулятора в принципе и не было, потому что были депутаты местных советов каких-то, которые единогласно от имени партии голосовали за то, что нужно единственному в этом городе или стране девелоперу. Да? Сейчас много разных участников. Сейчас появился, в Советском Союзе не было института частной собственности. Сейчас есть у нас развит институт частной собственности. То есть мы своим объектом можем накладывать какие-то ограничения на любой соседний объект. Относительно того, как... На Западе. Вот еще раз вы сформулировали вопрос таким образом, что является ли... Как политическая ситуация влияет на регулирование строительной отрасли? Я здесь много не отвечу. Больше, наверное, добавит Елена, потому что Елена до своей нынешней работы работала в офисе эффективного регулирования. Они проводили очень глубокий и качественный анализ. Rolling Review он назывался, так ведь? Они изучали влияние процедур строительства на индекс
На какой индекс, подскажи, пожалуйста? Ну, влияли, в общем, на индекс. Да, влияние на индекс, там был ряд индексов и пункты, по которым... Успешность, эффективность. Да, 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 пункты, по которым мы это вместе с Минрегионстроем, в том, Минрегионом в тот момент вместе с Портсхаладзе, да? Doing business. Ну, doing business, у тебя там просто было несколько индексов, которые в том числе участвовали, это простота так, получения разрешительных так, документов так, 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 и так дальше. Там был набор этих индексов. И вот набор этих индексов, он завязан на приход любого иностранного капитала или иностранного инвестора к нам. Поэтому влияет ли политика? Ну, конечно, влияет. Елена, ну, я думал, вот когда предоставить слово, ну, предыдущий спикер дважды уже предоставлял слово вам и по поводу политики, и по поводу, собственно, законодательного аспекта защиты реформ. Вы представитель профильного комитета. Как вы оцениваете вот ситуацию, связанную с реформами? Ми з вами сьогодні домовились, що ми будемо говорити більше про позитивні речі. Ну, дивіться, є дуже простий показник, яким можна дуже швидко і просто визначити, чи хворіє економіка, чи вона є здоровою. Цей показник називається частка будівництва у ВВП країни. В 90-х роках будівництва у ВВП України було близько 9%. У 2005 році ця частка вже трошки знизилась і була близько 5%. Як ви думаєте, скільки зараз складає цей показник для України? Дуже невеликий, лише 2%. І це говорить про те, що наша економіка нашої країни, вона дуже хвора. Тому що якщо подивитись на економіки європейських країн, на економіку, я вже не кажу, там азійських країн, на економіку Сполучених Штатів Америки, цей показник 4, 5, 7. 7%. І мені дуже мене і тішить, і я радію з того, що минулої осені президент ініціював величезну національну програму. Ми всі про неї чули. Вона називається «Велике будівництво». Да, я брав інтерв'ю з губернатором Донецької області. І перший об'єкт здали в Краматорську, в Донецькій області, відкрили стадіон. Це хорошо. Це говорить про те, що нарешті будівництво опинилися у фокусі уваги перших осіб нашої держави. Да. І якщо порахувати, наприклад, в минулих роках на одного українця десь приходиться близько 50 євро при рахунку там вартості будівельних робіт. На одного поляка – це 1200 євро, на одного німця – це 1800 євро, на одного британця – це вже взагалі там близько 2000 фунтів. Тобто ми в нашій країні будуємо там дуже мало. А це погано, тому що у самобудівельної галузі найвищий мультиплікаційний ефект. Він складає більше, ніж 6, тобто кожна гривня, яка вкладається в будівництво, вона додатково із суміжних галузей економіки приносить ще 6. Наприклад, у сільському господарстві цей показник там 2-2,5, а в будівництві така величезна цифра 6. Тому нам, як людям, які працюють в комітеті, який називається з організації державної влади і ще й містобудування, ну, да, нам дуже, знаєте, потрібно держати у фокусі уваги всі реформи, які стосуються саме розвитку будівельної діяльності. Минулого року ми прийняли два дуже важливих законопроекти, вони вже стали законами. Перший закон, він стосується зміни методу нормування в будівництві. Ми хочемо, щоб ці застарілі ДБН, які нам дісталися в спадок ще з Радянського Союзу, і, можливо, ви не знаєте, але у нас зараз ще працює 47 СНІПів, які були розроблені там в 80-х роках, і на сьогодні там всі будівельники вимушені ними користуватися і там забувати не те, що там про інновації, а й нові будівельні матеріали, тому що, ну, як ти можеш користуватися нормативним документом, якому там вже 70 років. Це перший важливий закон, який потрібно надати йому там життя, це вже повинен зробити Мінрегіон, для того, щоб наша будівельна галузь використовувала сучасні нормативи. А другий надважливий також момент, ми на законодавчому рівні врегулювали питання запровадження в Україні єдиної електронної системи в сфері будівництва. Це якраз про те, щоб у нас не було корупції, це якраз про те, щоб наші девелопери менше зіткалися з чиновниками, це якраз про те, щоб інформація не підроблювалася, була у відкритому публічному доступі і дуже легко могла і громадськість перевірити, і сам девелопер міг бачити, як у нього там з моменту відведення земельної ділянки і там закінчуючи вже там продажем його квартир, воно все в одній електронній системі. На сьогодні цим займається з технічного боку Міністерство цифрової трансформації.
І я думаю, що в цьому році ми якісь там такі правильні, ефективні зміни стосовно того, що вже ця система буде трошки працювати, ми побачимо. Ну, звичайно, це неможливо зробити там за місяць, два, навіть там півроку, тому що це і кошти, це і робота спеціалістів відповідних, але я думаю, що результати зможемо бачити. В нас іде паралельно реформа ДАБІ, про неї там вже дуже всі довго говорять. Ми ще зможемо перейдемо до цього питання в наступному кругу, да, тому що ви просто затронули всю тематику, зв'язану з реформою в цілому. Це добре, ви як законодатель на це все смотрите. Андрій, ви як чоловік, який более 30 лет, по сути, да, в бизнесе. Ну, это компания, в которой компания, я работаю. Да, но все равно вы есть профессиональный. Где как бы я там являюсь одним из совладельцев, она с 91-го года. Да, вот. Защита, вот эти реформы, о которых говорит Елена, как вы воспринимаете? Ну, что можно? Смотрите, ну, я могу согласиться со всеми, что сейчас у нас строительная отрасль как бы больна, то есть она находится под угрозой, и правильно поставлен вопрос, какие ее защиты. Да. Я вот для себя так вижу три таких основных направления. Угу. Первое направление... видел, вы перед этой программой вы отмечали себе. Ну, да. То есть первое направление, которое это ослабление государственного регулирования и государственного контроля. То есть государство не должно быть карателем. Сейчас, к сожалению, вот за все тоже 30 лет нашей независимости, у нас всегда бизнес воспринимал государство как какой-то карательный механизм. Вот это нужно кардинально менять, кардинально ломать. Ну, по поводу всех реформ, которые в строительной отрасли, вот было отмечено про принятие законопроектов, про реформу ГАСКО, безусловно, там много позитивных вещей. Угу. Но вот я бы хотел так все-таки отметить сейчас просто, потому что то, что в марте было принято два постановления, ликвидация ГАСКО произошла, создана взамен три организации. Да. Что главное, я не буду сейчас в детали вникать, скажу главное, мне и, я думаю, многим представителям бизнеса, потому что были регулярные встречи, и все единодушны были в этом. Не понравилась поспешность и немножко непродуманность. То есть в результате возникла путаница, а еще наложились вот введенные ограничения, и даже Министерство общины территории издало разъяснение. В разъяснении было так интересно указано, такая фраза, что сейчас на период ограничительных мер все равно не осуществляется рассмотрение документов, поэтому пока нужно подождать, пока все это закончится. Ну, как обычно. Я так перевожу как бы на... То есть не скоро. Да. То есть это запутало всех. Вот я, например, вижу, что одним из таких прорывных вещей была бы в реформе, это отход от разрешительной системы, переход к декларативной системе. Почему? Потому что перед любым серьезным строительным проектом он проходит экспертизу. Экспертиза – это сертифицированная организация, которая проверяет соответствие всем строительным нормам. И получив ее, застройщик уже имеет как бы все права начать реализацию того или иного проекта. А разрешение, оно создает какие-то дополнительные коррупционные риски. То есть застройщик декларирует, и тут уже государство может усилить контролирующую функцию. Угу. То есть ГАСК сейчас всеми как воспринимается? Как разрешительная организация. Да. Репрессивный орган. Да, ну, репрессивный орган. Ну так он воспринимает. То есть и непонятно, он и разрешительный, и в то же время он еще и проверяющий. То есть сначала они выдали разрешение, а потом сами его проверяют. То есть как-то вообще получается, ну, на мой взгляд, диссонанс. Угу. То есть поэтому декларативный метод, то есть застройщик декларирует, что начинает строительство, и после этого периодически осуществляется контроль над тем, насколько он выполняет сам же свой проект. Угу. То есть насколько он соблюдает все строительные нормы. Вот в эксплуатацию, да, там, конечно, нужен тщательный анализ и тщательный контроль. То есть декларативный метод ввода в эксплуатацию, конечно, нельзя делать. Да. Ну и, кстати, эта система декларативная, она работает во многих странах, в том числе и европейских. То есть, что уже получив экспертизу, застройщик имеет все права начинать реализацию проекта. Второе направление – это кредитная поддержка бизнеса. Все страны, если сейчас вот посмотреть в мире, они идут по пути того, что процентные ставки равны нулю фактически. Ну, честно говоря, это не совсем правильно, потому что это немножко... Для бюджета не интересно. Не тоже для бюджета, а, понимаете, это немножко противоречит вообще экономическим каким-то законам экономики. Ну, не может быть кредитная ставка равна нулю. Угу. Но быть порядка там 1-2%
Вполне возможно. Ну, трех максимум. Социально ориентированные, по сути. Ну, не социально ориентированные, это поддержка бизнеса. И вот сегодня я прочитал, что Нацбанк снизил базовую ставку до 6%. Позитивный шаг, хорошо, но нужны все равно комплексные меры. Опять-таки нужна комплексная система кредитования, поддержки бизнеса. Потому что, ну, я в чем-то согласен с предыдущим оратором, что действительно рынок, он жестк, но справедлив, что слабые уйдут компании, и рынок урегулирует потом отрасль. Но это немножко болезненный этап, и он имеет негативный социальный аспект, потому что уровень безработицы растет. То, о чем говорил Денис. Да, да, поэтому тут мне кажется, что для нашей страны это не подходит, тем более, что у нас нет никакой программы социальной защищенности безработных. И по поводу еще третьего направления, оно тоже, в принципе, связано с государством. Хорошо, что вот говорили тоже о том, что принята программа «Большое строительство». Это позитивный аспект. Но тут, учитывая как бы кризисное явление, ее надо расширять. Расширять в первую очередь, вот мы как компания, которая работает в городе Киеве, расширять в основном на киевский регион. Потому что Киев является столицей страны, и в Киеве очень много инфраструктурных проектов требуются, которые даже, по-моему, еще где-то очень-очень далеко на бумаге. Ну, то есть, если бы представители здесь регионов разных украинцев, они, конечно, вам бы, наверное, оппозиционную такую позицию высказали, мол, давайте регионы тоже развивать, потому что там, наверное, в каждом городе, в областном центре такая же проблема. Но я просто много езжу, вы сами это знаете. Не, я согласен, но просто вот даже если взять такие инфраструктурные проекты крупные, вот идет строительство трассы Киев-Днепропетровск активно, строится, ну, Киев-Одесса тоже, ну, я таких дорожных говорю, строительство, ну, да, да, да. Ну, тоже так. Слышал вот это. А город Киев, он требует той же большой окружной дороги, ой, новых, да, мостов. Да, это, ну, отдельная тема. Да, это, да, отдельная тема, но было бы неплохо, если... А мы будем понимать вопрос. Опять-таки, обновление жилого фонда. У нас, ну, хрущевки, понятно, уже давно вышли из... Елена, вы вот вопрос поднял все-таки, Андрей, по поводу ГАСКО, по поводу всей этой структуры. Что здесь можно сказать? Я вас перебил, но вот в этом контексте, если закончить уже тематику архитектоники органов строительного контроля, инспекции, кому как нравится. Ну, давайте разделяти трошки. Є парламент, де приймаються закони, uh-huh, і є Кабмін, де приймаються постанови. Ми якраз говоримо про реформу, яка була здійснена Кабміном на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. І якраз колега обговорює ці постанови 218-219, якими були впроваджені, скажімо такі, нові правила, uh-huh, і створення замість одного ДАБІ там три органи. Зараз ми ведемо дуже активні консультації з Мінрегіоном, з Кабміном, з представниками будівельного ринку для того, щоб, можливо, там робити все-таки не три органи, а два. Ми собі не можемо зараз дозволити утримувати штат там величезний, коли ми там знаходимося, ну, в діючих умовах, коли там кожна копійка щось означає, і його, мабуть, ці гроші можливо більш раціонально використати там на нові ДБН, чим на утримання там цілого апарату. Ми зараз обговорюємо це питання отримання права на виконання будівельних робіт в такому автоматичному режимі, коли в тебе є всі документи, правоустановлюючі на землю, коли є всі містобудівні умови та обмеження, коли є в тебе експертиза, позитивний висновок, то тобі не потрібно ходити на поклін до чиновників. Як ми всі знаємо, що будівельний ринок, він дуже корупційний, то і чиновники за ці роки, вони звикли, що до них приходять, і неважливо, ти доброчесний забудовник, чи ти недоброчесний забудовник, вони всі хочуть, щоб ти їм приніс хабаря. Тому я сподіваюся, що коли в парламенті, а ми зараз плануємо і працюємо над тим, щоб все-таки саме на рівні законів прийняти цю реформу, то вона буде трошки... Ну, навіть не трошки, я сподіваюся, вона буде змінена для того, щоб і забудовникам було краще, і для того, щоб були враховані інтереси і громадськості, і звичайних людей, щоб вони не зіткалися з незаконними забудовами, які ростуть як гриби. Якщо ми говоримо про Київ, там відкриваєш там сайт, там у нас 200, 300 чи 400 незаконних забудов в незалежності ні в якому районі, тобто і на правому березі, і на лівому березі, такого добра хватає. Але
Що хочуть забудовники, ми це точно розуміємо. Вони хочуть зрозумілих правил роботи на ринку. Тому що коли вони, особливо зараз, да, коли там важка ситуація, економічно важка ситуація, вони не хочуть там стояти в черзі місяцями на очікуванні там дозвільних документів. Вони хочуть, щоб розуміти, як працюють державні органи, як за якими правилами. І я думаю, що наша задача як законодавців всі ці вимоги їх задовільнити максимально такі стислі терміни, тому що там реформа ДАБІ йде березень, квітень, травень, червень, вже четвертий місяць, і у нас дуже багато нарікань і з регіонів, і з бюджетних об'єктів стосовно того, що затримуються документи, і зараз всі страждають із-за того, що ДАБІ не виконує, тобто навіть не держава, не ДАБІ, а держава не виконує свої обов'язки. Ми окрему програму запишемо, якщо ви захочете, я пригласим людей сюди. Мы сейчас, да, резюмируя все, что связано с строительной сферой, потому что я хочу сейчас перейти уже к более практическому духовному вопросу, который, наверное, волнует миллионы людей. Да, вот как раз, я думаю, мы отдельно сделаем в программе связанную. Я думаю, что это будет цикаво, да. Да, потому что я просто, ну, я как адвокат буду здесь выступать. Нет, адвокат, наверное, критик, наверное, потому что мне очень много не нравится. Я реформу нынешнюю воспринимаю как попытку просто с другой стороны зайти к реформу ДАБИ, к вообще всю систему вот эту строительную, крайне негативно сразу говорю. Кто-то пытается просто с другой стороны зайти к корыту. Я простым языком уже выражаюсь. Хотя, может быть, неправильно смотрю. Может быть, президент искренне хочет. Я президенту верю, кстати, в части того, что он хочет улучшить ситуацию. И он точно искренне хочет убрать всю эту коррупционную настоящую. Вопрос тех, кто рядом знаходиться, понимаете? Президент ще в минулому році він видавав указ, який стосувався того, щоб саме викоренити корупцію в будівельній галузі. Ми це пам'ятаємо. Я це пам'ятаю. Мені це навіть зберігано як мем уже. Разве можна її викоренити указом? Дивіться, указом не можна, а електронною системою, да, коли да, ти забороняєш да, будівельнику чиновнику спілкуватися, да, мабуть, так можна. Так от ідея резюмірує. Кабінету дуже хороша, от просто одна репліка, яка я забув сказати. Тогда. Европейская практика? Нет, чем она хороша? Что вот то, что я говорил, что мы отходим от разрешительной системы, зачем еще ходить получать дополнительное разрешение, если заходишь в электронный кабинет, там, не знаю, вся история. Угу. Выделение земли, получение градостроительных условий, проект выполненный, проектная документация даже предусмотрена, что она будет в этом электронном кабинете. То есть, грубо говоря, очень много, скажем так, контролирующих органов, и те, которые действительно борются за то, чтобы была максимальная законность в сфере строительства, могут зайти и буквально там за несколько часов тщательно изучить весь, как бы, всю историю того или иного объекта строительства и прийти к выводу, все там правильно или есть там нарушения. Я, у нас остается там буквально 5 минут. Вопрос практический. Много кто попросил меня о том, чтобы я задал вопрос, и меня он, честно говоря, волнует. Это какие тенденции сейчас спроса на коммерческое, некоммерческое недвижимость, то есть на жилье, на офисы, вот в условиях кризиса, в кризисных явлениях, чего ждать ближайшие, ну, это нереально предсказать, ну, полгода там, я не знаю, в этом рынке, как он будет развиваться? Недавно я был на одном эфире, и программный редактор, который готовил журналисту перечень вопросов и перечень тем, которые необходимо было поднять, он был связан с тем, как после всех наших проблем, которые у нас были последние два месяца, как изменится формат поведения людей внутри кварталов, внутри жилых комплексов, квартир и так дальше. И журналистка спрашивает меня, ну а что же теперь будет происходить? Теперь что, в каждом жилом комплексе будут летать дроны и посылать сигнал службы безопасности? Если людей собралось больше, чем 10, то туда будет выходить, что вот в чем технология? Ответ, я даже не сразу, честно говоря, смог ответить, но ответ в том, сколько людей собирается в данный конкретный момент в этой комнате, вместе в этом, или на перекрестке, или на бульваре, он... Это происходит не в тот момент, когда люди там собрались. Это происходит задолго до того, когда архитектор разрабатывал мастер-план этого участка, генеральный план, детальный план территории. То есть он так спроектировал свои пешеходные потоки, перекрестные потоки, что он уже тогда заложил какое-то количество скопления людей в этом месте. Да? То же самое касается и квартир. Понятно, что в тренде у нас, в принципе, компания такая, что мы не строим одинаковые клеточки в нагромождении других клеточек. Мы, у нас каждая квартира – это, по сути, отдельный дом, как
кристаллы, прикрепленные к каменному основанию, и они просто друг с другом мирно соседствуют. Но это все отдельные дома. Мы продумываем сценарии внутри квартир. Мы понимаем, что будет. То есть вот этот вот сценарий, который был у нас до этого времени, это когда ты утром пришел, утром ушел на работу, вечером пришел с работы, поел, поспал, утром снова ушел, и так цикл до выходных длится. Это вот стандартный сценарий для коробки. Да? Последние два месяца показали, что эти сценарии являются неэффективными, и просто люди отторгают, им тяжело воспринимать так. Поэтому необходимо продумывать, что, где здесь можно обустроить рабочее место для удаленных, что будет происходить на этой террасе. Уже одного балкона недостаточно, уже необходимо так продумывать квартиру, чтобы человеку было комфортно любой деятельностью длительное время пребывания, находиться и заниматься внутри этой квартиры. Это что касается самих жилых помещений. Понятно, что там начинаются все эти бесконтактные технологии. У нас, например, мы в один из жилых комплексов сейчас выбираем лифты, и уже нам сам производитель предлагает бесконтактные кнопки вызова, сбора вызова там, и так далее. Получается это, что фактически, Андрей, Игорь, происходит пересмотр подходов из-за кризиса, правильно я понимаю? То есть... Я бы сказал, происходит пересмотр предпочтений у потребителя. Потому что, что нас заставляет? Потребитель заставляет нас изменять какие-то свои подходы. У нас среди журналистов мы больше акцент начали делать на скайпе журналистику, понимаете? Зачем куда-то ехать, кого-то приглашать? Там. Многие телеканалы мы с вами собрались. Повольняли 15-20 операторов-журналистов, потому что один человек сидит и включает журналистов скайп с разных мест, поговорили, обсудили и все. Как бы обсыпалось все ненужное. Вот я вот, нечто подобное происходит в этой сфере? Нет, это все-таки пересмотр формата. Почему? Потому что эффект, вот маркетинговый эффект и впечатление от пользования продуктом у маркетолога популярная история. Вот если ты, например, у телеком-оператора какого-то интернетом ты воспользовался, у тебя просто что-то не грузился интернет или что-то было еще, сколько у тебя длится впечатление? Ну, оно длится день, два, три. Ну, ты поменяешь оператора. После похода в ресторан или покупки вещи, ну сколько? Ну, две недели у тебя негативное впечатление. Да. После того, как работают девелоперы, после того, как работаем мы, негативное впечатление у потребителя и всех заинтересованных сторон, оно длится 10, 20, 30, 50 лет. А то и 100 лет, если очень долго стоит это здание. Да? Ну, правда, потом люди привыкают к той форме, в которой оно было создано. Поэтому вот эта вещь, это не пересмотр. То есть мы не можем все обтрусить. У нас длительная история, длительный жизненный цикл. То есть так быстро все поменяться не может. В офисной недвижимости что поменялось? Если раньше строили большой офисный центр Shell & Core, ты заходил, например, на аренду и делал целыми этажами себе ремонты, то сейчас уже арендаторы не готовы подписывать договора сроком более чем 3 месяца и с собственными инвестициями, капитальными инвестициями в ремонт помещения. По сути, сейчас вот в тренде и в спросе большие коворкинги, когда ты свой офис снимаешь этаж коворкинг, он только под тебя, он только для тебя, но ты можешь в любой момент, когда что-то произошло, ты можешь прекратить эти отношения, распустить всех по домам. Вот офисной недвижимости это так коснулось. Ну да, эта тенденция началась из-за долго до кризиса, по сути. Знаете, Андрей, вот я так немножко послушал. И задумался, том, что, да? Ну, задумался, да. Поменять свой офис на такой, да? Да, или вообще я хотел другой. Я все-таки здесь больше представляю так интересы работодателей, их здесь максимально защищаю. И хотел бы обратить внимание, что вот кто такой работодатель? Это тот человек, который создает рабочие места, который делает наши города, ну вот, например, ребята, которые присутствуют, у них отличные дома. Просто они украшают наш город, я проезжаю возле них и засматриваюсь на то, что они делают. Получают различные премии международные. Вот это, наверное, можно отдельно еще рассказать об этих проектах. Немногие знают, что эти наши украинские, киевские шедевры получают. И в то же время они еще и говорят... Еще и сами зарабатывают деньги, сами умудряются это все продать и говорят, только нас не трогайте, пожалуйста, сделайте такое условие, родное государство, чтобы мы просто вот это творили, делали, реализовывали свои благородные мечты, благородную профессию занимались ей. И вот это должно сделать государство как минимум в этой ситуации, в кризисной. А плюс, если еще... Вдруг оно сможет сюда каким-то образом добавить свои проекты. Сделайте нам еще, пожалуйста, вот такие дороги, такие аэропорты, такие другие хабы для жизни людей, для
для транспорта, для промышленности, то тогда это действительно очень серьезный мультипликационный эффект может быть на страну. Поэтому я думаю, что вот реформа в этой сфере, как никакая, может быть тем мультипликатором, которая или ее отсутствие приведет к тому, что упадет сильная экономика, или ее эффективное решение дадут сильный толчок и не дадут упасть этой экономике сейчас. Андрей, по офисам, вот по коммерческим, то, о чем говорил Игорь. Ну, я могу, в принципе, совсем согласиться, что было сказано и по жилью, и по офисам. Почему-то вот такие тенденции, вот как мы ощутили уже, вот так из практического опыта сказать. По жилью пока может, ну, тенденции правильно обрисованы, но говорить о том, насколько падает спрос, пока, по-моему, немножко тяжеловато, потому что вот был такой ограничение несколько месяцев, и народ поэтому и не шел. Хотя определенные продажи осуществлялись. Меньше, конечно, но тут больше пока так сдерживало то, что люди ограничены и боялись передвижений, скажем ну, так. Ну, понятно. По поводу офисов эффект был мгновенный. Вот все арендаторы мгновенно попросили минимум 50% скидки. Минимум. Некоторые вообще просто говорили, что мы готовы хоть завтра уехать, но ничего платить не будем. Ну, то есть сразу был удар мощнейший. И самое интересное, что даже после того, как окончатся все эти хорошо известные события, то не очень быстро может пойти восстановление коммерческой недвижимости. Почему? Потому что действительно очень многие компании, они увидели, что очень комфортно работать в Skype, в Zoom. И они даже думают, серьезно задумались. Ну, вот многие уже реализовали. Многие уже даже реализовали это, и они сокращают много людей, переводят их на удаленный доступ, и экономят на аренде тоже. Я бы добавил, что не восстановится, если операторы и собственники здания не поменяют свою модель. У нас с вами сегодня вышла очень качественная дискуссия между бизнесом и властью. Да? Я бы еще огласил один положительный момент. Я очень уважаю деятельность, которой занимается Елена в парламенте. И у Елены есть очень классная и крутая инициатива по защите прав инвесторов. Вы перед этим сказали, что конкуренция убьет слабых, но это очень тяжело ляжет на плечи инвесторов. Так вот, у Елены есть законопроект и инициатива, которая защитит инвесторов жилых помещений, квартир и так далее. Не только инвесторов, а пара сотрудникам компании, которые будут убиты. Ну, сотрудники компании здесь обычная конкуренция. Не, ну, там иногда останутся лучшие и самые эффективные, другие. Наша страна пока еще не может себе позволить увеличение хоть даже там на небольшое число количества безработных. Тут тоже есть такой эффект. Даже пусть в компании работает там порядка, там, я не знаю, 50 человек, но ее закрытие, таких компаний много, и как бы по капле в море, то есть это не очень хорошо. Ну, я считаю, инициативу Елены достаточно революционной, возможно, вы добавите что-то. Сейчас, по... да, как раз последнее слово в рамках сегодняшней дискуссии, потому что я вижу тут много тем, мы их еще обсудим в следующих программах, но вот раз уже Игорь поднял такой вопрос, вы как инвесторів потрібно захищати. Суб'єкт законодавчої ініціативи. Інвесторів потрібно захищати взагалі тих людей, які щорічно інвестують по 30-35 мільярдів гривень придбання житла на первинному ринку нерухомості, їх потрібно захищати державою максимально. Тому цю, я сподіваюся, що цю ініціативу ми доведемо Ігоря до кінця. А щоб вже так, знаєте, завершити на позитиві, якби ми з вами, друзі, зібралися рік по тому і поговорили, наприклад, про іпотеку під 10%, ну, конечно, на нас вже всі подивилися, що ми трошки так фантазуємо. А зараз іпотека вже по 8%, це вже реальність, яка може стати, тому що за цей рік там і Нацбанк працював, і працювали робочі групи, і Офіс Президента. І я думаю, що якраз іпотека під 8%, це звичайно не така іпотека, як в Польщі під 3-4, але все одно там за рік це величезний крок для того, щоб стимулювати продажі житлової нерухомості у забудовників, у доброчесних забудовників, які можуть, звичайно, ми хочемо захищати доброчесних, які прикрашають наші міста, а не їх спотворюють там якимось бетонними гетто, чи якимось там будинками-привидами, чи будинками-монстрами. Спасибо. Спасибо всем, коллеги, за спасибо. Высокий уровень дискуссии, за профессионализм. Я думаю, мы будем неоднократно тематику строительства поднимать в рамках нашей программы «Работодатель знает». И всем до новых встреч. Денис, вам спасибо. Андрею спасибо. Елене спасибо. И Игорю тоже. Я знаю, что вы люди
которые глубоко в теме, между вами есть разные точки зрения, но где-то есть красная линия, это модное слово сейчас стало, которое никто никогда не переходит, в том числе и я. Поэтому до новых встреч, до новых бесед. Смотрите нас.